Эти все выбирают мне мою продукцию, эти мою профессию, на еду. И на сладкое, я не понял, но я даже не знаю. Как-то странно, я чуть бесплатно шестерку, что ли, работаю в суперпарте, я не даже понимаю. Они даже, я даже ничего не вижу. Я на кого должна рассказывать, вы туда просто так, вы чуть-чуть мне заплатите просто. Понимаете, или лавру, или лавру, не забучу сидеть, когда, не забучу сидеть, что я покупаю лавру, чуть-чуть, понимаете. А что, блин, вы тоже прям не хотите пришить? Нет. А почему люди, они до сих проблемы, понимаете? Я тут заставлял туда. Олеся, отпустите, пожалуйста. Вы знаете, а я не тороплюсь, нет, лучше. А что вы я даже ваш на меня тогда? Нет, а что вы меня сегодня взяли? Если вы мои права на интернет. Вы считаете, что я прав на интернет? У меня ведь чего отзывается или чего? В чем проблема? А вы считаете, что я не имею права на интернет? Что я за интернет вам должна заплатить за то, что я профессиональный работник? Агент при чем? Что я профессиональный работник? Агент при чем? А на меня не надо скрываться все, понимаете? Имею я право на свою профессию. Я считаю, потом ты арт-работник, знаете, по родителям образования красному диплому. Я имею право, понимаете, на свою работу, на свою профессию, да, на свою специальность и даже на признание, которое вы окучиваете. Не можете окучить мое признание. Знаете, у меня отец композитор бьется вообще-то, профессор. И отец здесь не при чем, потому что я сама специалист буду делать. Вот вы же спокойно пришли. Извините, я могу еще Просто зачем? На то, что вы знаете.